Гомельский мясокомбинат шукает новые кадры. У середу 26 вересня у Гомеля пройдет черговый день предприемства. Вакансии самые разностайные. Инженер-технолог, майстер, водитель, ветеринарный врач и иншие. По рабочих профессиях магчыма навучанне на вытворчасці с присвоением разрадов. Усіх зацікавленных чекают с 10 до 12 годин у городском управлении по праце, занятости и социальной обороне на Пролетарской, 18.